Всем привет, с вами Артур. И сегодня у меня в ремонте Audi A3. Ремонт переда. Итак, машину ко мне пригнали уже разобранной. Двигатель тоже снят. Капот владелец установил другой, в цвет машины. Левый лонжерон имеет небольшие повреждения, правый лонжерон согнут сильно. Правая передняя дверь и левое переднее крыло тоже имеют небольшие повреждения. Итак, установил машину на стапель, буду тянуть правый лонжерон. Итак, лонжерон больше не тянется. Теперь мне надо удалить эту часть и кусок этой. Чудненько. Теперь дотянул лонжерон до конца.
Лонжерон немного порвался. Заварю его. Отлично, лонжерон отравнял. Теперь могу приваривать удаленные детали. Сначала приварю крепление балки бампера. Примеряю палку бампера. Есть небольшое несовпадение по ширине и высоте. Исправляю это. Теперь все гуд. Равняю удаленный металл и затем привариваю его обратно. Итак, сварочные работы закончены. Крашу лонжерон.
Лонжерон покрашен. Пока он сохнет, подравляю двери крыло. Краска высохла, обрабатываю лонжерон антикором. Прекрасненько. Устанавливаю детали переда. Моя работа закончена. На эту работу ушло 25 часов. А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!